Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И как вы уже поняли, я участвую во второй битве блогеров. И сегодня мне поставили такую задачу: сделать мерцающую, сияющую кожу лица за 3 минуты. Как по мне, так это очень легкое задание, и я с легкостью, мне кажется, с ним справлюсь, потому что именно такой макияж я делаю практически каждый день в жаркий период времени. Я надеюсь, это видео вам понравится. Проголосуйте, пожалуйста, также за меня на сайте Allure, ссылочка в описании под видео. Ну а мы давайте с вами сразу же, без лишних бла-бла-бла, приступим к макияжу. Для начала уберу волосы ободком, чтобы они мне не мешали в процессе создавания макияжа. На свое чистое лицо я нанесу жидкий уход для сияния интенсивного увлажнения кожи Energy Dewy. Это активатор энергии. Этим средством я пользуюсь и утром, и вечером. Вот буквально 2 нажатия. И очень нежно и осторожно, аккуратно наношу на лицо. Следующим моим шагом я буду наносить на свое лицо пудру Бельдетан. Это суперская пудра. Вот так вот выглядит она внутри. Здесь есть кисточка, защитный такой вот слой. Дальше идет сама пудра. Я ее уже несколько раз пользовалась, поэтому могу сказать, что она замечательная. Дальше я буду использовать очень интересное средство. Это жидкий флюид с мелкими-мелкими мерцающими частицами. Кстати, этот флюид из той же серии, что и пудра. Выбрала, кстати, себе оттеночек ваниль. Оно состоит из 3 слоев: вода, масло и пигмент. Поэтому перед нанесением нужно обязательно хорошо это средство взболтать. Пальчиками буду наносить. Сначала нанесу на пальцы. Наношу в эту зону совсем немножко. И хочу заметить, что нужно хорошо-хорошо растушевать, потому что если вы плохо растушуете, то оно, знаете, будет такими пятнышками смотреться. А если хорошо пальчиком аккуратненько растушевать, то это будет смотреться очень естественно и однородно. Вы, если честно, с лицом все. Единственное, что знаете, что я, наверное, добавлю сюда еще бронзера, либо румян. Я решила взять вот такую вот палеточку от Lancome. Это румяна в оттеночке 011. Этот продукт буду наносить под скулу. Румяна очень хорошо растушевывается без всяких проблем. Мне кажется, выглядит это довольно красиво. Ну что ж, с кожей лица я уже закончила, теперь переступаем к бровям. Брови я буду оформлять с помощью карандашика. Он очень тоненький, очень четко прорисовывает каждую линию. И у меня оттеночек 01 блонд. Брови практически готовы, но я еще люблю наносить на них гель для бровей. Это тоже у меня от Lancome. В этом продукте отличная маленькая кисточка, которая очень удобная. И тем самым брови получаются очень аккуратные, ухоженные и красивые. Ну и, конечно, не оставим без внимания наши глазки. Я не буду наносить ни тени, ни подводку, а всего лишь прокрашу ресницы. Вот такой вот замечательной тушью от Lancome Гипноз. Вот она суперская, она делает такой шикарный объем ресницам. И самое главное, не отпечатывается вот здесь вот на верхнем веке. Это ее огромный плюс. Сейчас я накрашу один глаз, и вы увидите разницу с тушью и без. Как по мне, так разница просто очевидна.
По желанию еще, конечно, можно прокрасить и нижнее веко, но я этого делать не стану, потому что у меня слезятся глаза, и потом просто мой макияж весь потечет. Но если вы хотите сделать взгляд более таким открытым, то если вы прокрасите нижние реснички, то вообще будете выглядеть как куколка. Ну и губы свои я тоже не оставлю без внимания, и на них я нанесу двухфазный блеск для губ Juicy Shaker. Это маслица с пигментом. Перед нанесением обязательно тоже нужно встряхнуть, перемешать, чтобы все компоненты смешались. Я выбрала себе оттеночек 301, который безумно вкусно пахнет дынькой. Кстати, вот когда спонжем прикасаешься к губам, он очень приятный. Так, макияж готов. Я думаю, ободок уже можно убирать. Встряхну немножко пальцами свои локоны. Ну и вот так вот полностью выглядит весь образ. Мне кажется, получилось очень естественно, натурально и, не знаю, мне очень нравится. Я, пожалуй, поставлю своему макияжу, ну, наверное, 5 из 5. Я надеюсь, этот макияж вам понравился так же, как и мне. Проголосуйте, пожалуйста, за меня на сайте allure.ru. Ссылочка в описании под видео. Я буду очень вам благодарна за вашу поддержку и за ваши голоса. Но на этом еще видео не заканчивается. Я хочу объявить вам конкурс. Дело в том, что компания Lancome хочет подарить вам подарочки. Но для того, чтобы их выиграть, вы должны под этим видео... Вам нужно оставить ответ в комментариях на вот такой вот интересный вопрос. Какой продукт от Lancome обладает ухаживающим действием 4 масел? Кстати, победительниц я объявлю в моей группе ВКонтакте. Ссылочка в описании под видео. Еще раз огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока!